Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала Смесного Демастера, а также со мной еще Катя. Всем привет. Клэш Шрейк. Всем привет. Абада. Привет. Паника. Здравствуйте. И Валюшка. Всем привет. Я думал, она молчать будет. Ну, ладно, ладно, Валюшка, я шучу. Это просто так, такое молчание было, такая пауза. Думал, ладно, у него ничего не будет говорить, только хочу сказать, это такая, всем привет. Ладно, ничего страшного. В общем, мы сегодня поиграем в такую игрушку, как называется она Color Drop, вроде, да? Вот, а мы ее в нее нашли на стриме. Помните, вот мы на стриме в нее играли. Она была очень-очень интересная. Ну, мне она очень понравилась. И мы решили ее записать. Мы взяли не 8 человек, мы взяли чуть поменьше, пока 6. Поэтому, если этот ролик наберет 4000 лайков, то мы возьмем 8 человек и, возможно, даже позовем каких-нибудь ютуберов с нами поиграть, которые тоже захотят. Ну что ж, я предлагаю начать. Поехали. Да. Первый раунд. Справа у нас показаны жизни, в табе у нас показаны наши очки. Нам нужно ломать блоки и собирать много-много-много очков. Чем больше очков мы собираем, тем больше мы закупаемся, ну и так далее и тому подобное. Так, пока можно не торопиться, первый раунд он очень-очень простой. Здесь ничего абсолютно сложного нет. Так. Блин, а вот здесь немного сложновато будет. Кажется, я уже знаю, какие-то, что я некоторые очки, видимо, пропускаю. Короче, я чувствую, мне будет очень тяжело в этой игре. Что я уже вижу, какие очки я потерял. Черт. Пам. Изи. Пустой слот. А нет, погоди, у меня тоже будет... А нет, у меня будет только... А, боже, нет, два блока будет. Минус одна жизнь. Каждый блок это минус твоя жизнь. Ты можешь купить себе жизни за зеленый эмираль. Нажимаешь Q и покупаешь себе жизни. То я купил себе две, у меня будет минус две, а у меня снова будет 20. То есть очень просто. Лучше, конечно, закупать себе жизни, но можно также портить другим игру и так далее. У тебя есть другие блоки. Например, фриз прикольная штука. Она делает так, что люди очень медленно ломают блоки. В самом начале кидаешь, люди медленно ломают блоки. Фриз, потом блейны скидаешь и все. И человеку очень тяжело становится играть. Это самое последнее, самое жесткое, это как сломать игру, по-моему. Ну да, да, ну ты рандомно ее кидаешь, поэтому ты не можешь предсказать, кому она полетит. Если, она, конечно, может попасть тем, кто не играет, ну на пустые слоты. Нет, на пустые слоты не может попасть, к сожалению. Ну и хорошо. Ну и хорошо, Катя рада. Да. Катя эту штуку постоянно мне кидала, я помню, в прошлый раз. Что? Только вот это. Что? Вот это? Да, и эту тоже кидала. Темно стало, Катя затемнила их. Сломала нам игру, ребят, вот проверяйте, сломала нам игру. Неправда. Спасибо, Кать, спасибо. Сломала игру, смотрите, просто. Ни стыда, ни совести, Кать, ни стыда, ни совести. Мне стыдно, мне очень стыдно. Ой, 144 коина получил за одно срубание, вот это я жесткий. 144, у меня опять останется два блока. Да что такое, почему я такой невезучий? А тут смотри, тут 50 коинов платишь и 2 получаешь. Да, я поэтому сейчас заплатил 50 коинов, снова получил 2 жизни. Сейчас минус 2 блока и у меня останется снова 20. То есть я не покупаю сразу на все деньги, потому что я знаю, что под конец можно очень жестко проиграть. И можно подгадить кому-то в середине игры. В первых 3 раундах нет смысла никому гадить, потому что тут слишком все очень просто. Потому что с каждым раундом добавляется плюс 1 новый блок. Сейчас добавится фиолетовый, потом голубой. И потом будет вообще ад. Просто ад. То есть раундов 6. Мы никогда не доходили до 7 раунда. Максимум до 6 доходили. Вот видите, сейчас... А, я фиолет... Сейчас синий добавился, потом добавится голубой. Так. Вообще, я, кстати, нашел способ, как изи убирать эту штуку, которая в центре появляется у тебя. Как ее эвейдить. Как против нее играть. Так что это не самое страшное. Что может случиться с тобой, Кать? Вот эту вот штучку, которую кидают. Ну, потом как-нибудь научу тебе, покажу. Сделаю тебе гайд. По этой штукенции. Так, вот это мы сломаем. Тут все вниз опустится. Вот это вот вниз опустим. Красные блоки упадут. Красиво. Сколько там? 30 секунд еще есть? Хорошо, 30 секунд. Это, в принципе, неплохо. Это значит, что у меня еще есть шанс. Но я, кажется, неправильно сломал блок. Да, и теперь шанс мой улетучивается. Скоростью света. Мне 6 блоков осталось. 6 блоков? Это хорошо. 6 блоков это неплохой результат, на самом деле. Так. Сколько там? 11 секунд остается? Надо быстренько все поломать. 10 секунд. Шесть. У меня 3 блока осталось, покупаю себе еще Валюша жизнь. Больше. Валюша, ты можешь себе закупить жизнь, а то ты можешь проиграть. Купи себе жизнь, возьми эмираль в руки и нажми QQQ несколько раз. Вот, тебе сейчас нужно очень много жизни закупить. Смотри, видите, сколько? Тебе сейчас просто купить... У тебя 500 монет, ты можешь купить себе 20 жизней, Валюша. Ты можешь купить сейчас 20 жизней просто. Просто нажать много раз Q на эмиральде. Но лучше это делать в конце раунда, когда у тебя просто остаются блоки. Видите, еще сложнее стала игра. Боже, она реально сложная стала. Так, сюда красненькие делаем. Здесь можно вот так вот желтенькие. Красненькие. Тут все хорошо идет пока что у нас. То есть такая, в принципе, достаточно спокойная игра, но потом чем дальше играешь, тем больше напряжения. Вот, здесь сложнее есть такая становится. Фишка. Сложнее и сложнее, естественно, напрягаешься. Хочешь, потому что выиграть. Потому что люди всегда хотят побеждать. Все хотят выигрывать, это очевидно. Люди любят выигрывать. Ну да, почему бы нет. Почему бы не выиграть, да, Кать? Почему бы сегодня да. вот мне не выиграть? Почему бы нет? Так,
Блин, такая подстава, боже. Ладно, это все я уже не смогу никак срубить. Обидно, так, вот сейчас так обидно, реально. О, я еще и ошибку допустил. Просто минус 500 коинов у меня сейчас будет, минус 500 жизней. Куплю себе 4 жизни. Сколько у меня там стало их? Ох, у меня тут очень много. 29, 31 жизнь себе докуплю. Все, 31 жизнь. У меня 14 жизнь. Блоков осталось. У меня сейчас раз, будет 2, 19. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, у меня сейчас 20 жизней будет. Все, я ровно все просчитал, у меня 20 жизней. Красиво, красиво. Просчитал, просчитал. Прочувствовал, прочувствовал. Сейчас будет сложно. О, еще блоки добавились. Блин. Так, пора кому-нибудь подгадить. Так, не, не, сложно. Пока еще много людей. Пока много людей, нет смысла подгаживать. Нужно подгаживать, когда будет мало людей. И так чтобы было сложно. Чтобы был больше шанс выиграть. Да, чтобы было именно шанс подгадить к сильному игроку. К сильному, понимаешь? Сильному игроку подгаживаешь, и все, он становится сразу же слабаком. Он тебе сразу же не соперником становится. Оп. Оп. О, я чувствую, сейчас у меня будет минус жизни 50, наверное. Ну, не 50, конечно, но много. Потому что я здесь очень сильно проседаю. Очень-очень сильно проседаю. Так. О, да нет, они опять сложились неправильно. Да что такое? Почему они неправильно складываются? Кто этот волшебник, маг, который заставляет их не... Ой, я дурак, боже, что я натворил? Ой, зачем я это срубил? Нет, 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 просто купи я все. Я проиграл. Я тоже проиграл, кажется. Я просто покупаю на все деньги жизни, потому что нет вариантов. Смотрите, что у меня здесь. У меня здесь полный пипец, я по-другому это не могу никак назвать. У меня здесь блоков, что 20, наверное, или 20, даже 30, наверное, сейчас жизни 6 останется. Проверяйте. У меня тоже осталось очень много. Оп. Ох, у меня 12. Катя, вы была, кто у нас там? Клэшрей, кажется, и батя рулят. Я рулю. Клэшрейки, батя. Клэшрейки, батя. Мне, вот из-за того, что я под конец очень сильно затупил, я сейчас проиграю. Нужно было гадить другим, а не покупать себе жизни. Был бы шанс. Надо гадить. Не надо гадить? Нет. Нормально, нормально. Гадить нужно, братан. Нужно гадить. Гадить значит побеждать. Понимаешь? Не, ну это я знаю, это я знаю. Это тактика, понимаешь? Стратегия, стратегия. Это мой смысл жизни. Боже, я туп... Вот я постоянно какие-то ошибки допускаю, потому что здесь иногда физика не так срабатывает, как я думаю. Я думаю, что будет все по-другому. Паника зачем-то ливнула. Паника зачем-то ливнула. Я дропнулась. Дропнулась. Ты вернулась, паника? Ты вернулась? Да. Ты с нами теперь снова? Я спектатор. Ой, спектатор. Кажется, я проиграю. Ой, кажется, я проиграю. Если что, я придумаю. Ага. А зелененькую сломать? Тут же еще можно сломать. Так, сюда ломаем, сюда. Не, ну, сюда. А дальше? Все. Я уже не могу ничего сломать, поэтому просто покупаю себе немножечко вот жизней. Ого. Ой, все, все, изи гг, я точно проиграл. Я точно проиграл. Кто же останется? Ха-ха, валишь. Седьмой раунд, ребятки. Вот это вот, я говорю, ни разу не доходили до седьмого раунда, но в этот раз дошли. Я первая в списке. Коричневые добавились, просто коричневые, это жесть. Все, клашейка просто уже ходы закончились почти. Еще есть клашейка, аккуратно. Напишите еще нигу, чтобы вышел. Так, 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 смотрим. Смотрим, Клэшрек, у тебя уже блоков 20 заперти. Но сейчас нужно просто докупить жизни больше. Твой батя должен купить жизни больше, чем у Клэшрека, тогда ты выиграешь. Я уже купил. Там просто он раньше умрет, он просто раньше умрет. Еще можешь купить, у тебя хватает коинов, твой батя, у тебя хватает коины. Просто покупай жизни, братан. Куплю, куплю еще, не бойся. Ломай правильно, да, вот так вот, вот красавчик. А, лол, они были разные, походу. Коричневые плохо ломаются, они не... Да, они вот так вот ломаются, а это уже ты не можешь сломать. А, я понял. 8 секунд, братан, 8 секунд. Купи жизни заранее. 5 секунд. Если ты сейчас не купишь, ты проиграешь, батя. Я купил, все, у меня больше ты нет. Ты купил? А, значит, Клэшрейк выиграет. Да, вот так, Клэшрейк выиграл. Ну что, давайте еще одну игру. Давай. Хочу сыграть. Так. Думаю, двух игр вполне хватит. Две игры сыграем, и будет достаточно. У нас просто много игр, идут достаточно долго. Я невидимый. А, ты невидимый? Нет, ты видимый. Я почему-то вся прозрачная. Прозрачная, Катя, прозрачная. Так, сюда делаем. Зелененькую здесь срубим. Здесь красненькую срубим. Оп. О, странно все получилось. Ой, не так, как я планировал. Боже, я сейчас получу меньше коина за первый раунд. А я хотел больше коина за первый раунд получить. Так, соединил. Здесь соединяю. Желтый тоже не сидел, я еще, похоже, кучу этих проиграю. Боже, 3 блока осталось на первом раунде. У меня на первом раунде останется еще больше блоков, походу. А, нет. Да нет, у тебя все хорошо пока что. Меня 3. Вот сейчас будет плохо, из-за того, что я поломал эти блоки, будет очень плохо. Да. Я могу зелененький вот так вот сделать, пофиг, пусть красный один остается. Я один останусь.
27 блоков. Неплохо. Ну, я себе куплю сразу же одну жизнь. Красивые частички на мане. Да, все, хорошо. Первый раунд неплохо, неплохо закончил я. Еще и очков у меня не больше всех. Там больше всех у Валюши. Она, видимо, X3 рубанула. Вот я хотел X3 рубануть, но у меня не получилось X3 рубануть, к сожалению. К сожалению, не повезло с X3. Сейчас я буду, наверное, делать вот так. О, красиво. Красиво сделал, красиво, очень красиво сделал. Это соединяем. Ну так, красиво. С одной стороны красиво, с другой стороны сам себе игру запорол. Вот я дурак. Так, красный соединил. Сейчас зеленый соединяем. Желтый здесь соединим. О, сейчас желтый тоже там соединим. А красный уже никак не соединим, да? Ой, зачем я это сделал? Хотя нет, все правильно. Все правильно, все правильно, все правильно. Делаем так. Что? Как они встали? Нормально, пусть будет так. Две жизни я как раз проиграю и куплю себе просто еще две жизни. А у меня чисто. У твоих человек осталось по два блока, точно так же, как у тебя. Красиво, красиво, красиво. Там у Клашрека 350, он что, ты ничего не покупаешь, Клашрек? 15 жизней у Клашрека. Бои, Клашрек, ты же знаешь, что ты можешь таким образом проиграть? Да, да, я знаю. Да, ты в опасности, Клашрек, ты в опасности. Я просто в этом раунде потратил 90 коинов. Я просто тут немного потратил 90, получил 150. Я небольшой комбо замутил и сразу же срубил половину своей аренды. У меня тактика была, стратегия. Ой, темно, ой, медленно копаю. Ребята, вообще не копает. Костя, это Костя. Это я любя, ребятки, это я любя, если честно. Любя. Злодей, злодей, алло. Пам, плюс 56 коинов, красиво, красиво сделал. Так, это срубаем, вот это срубаем. Ой, хорошо, ой, замечательно, боже. Что за какашка посередине? А, это кто-то кинул тебе. Катя, понятно. Ты тут кидаешь какашки. Нет, я не кидала. Ты не кидала? Ты еще не кидал ее? Жаль. А, ну я ее сломал. Я сломал? Как ты ее сломал? Читер, ну, читер. Ну можно ломать. Он читер, он ее сломал. Представляете, обычно я ее не мог сломать, кстати. Да, чистое поле. Читор, да. Сразу видно. Ой, у меня вообще все плохо здесь, кажется. А нет, нормально. Можно вытащить. Боже, как все складывается хорошо. Сколько времени? 5 секунд, мало времени, очень мало времени. 3 секунды. Так можно больше сломать еще. Все, 3 блока. Боже, последнюю секунду успел. Как хорошо. Клашрека 20. Клашрек, ты еще все коины потратил? Да, да, уже. А у меня 18, я еще 350, братан. Че? О, боже. У вас выигрывает такая, да? Это я сразу же обе штуки вам кидаю, ребят, не беспокойтесь. Да хватит, я поле даже потеряла. Копать не могу. Кто это кинул? Кто кинул тоже? Кто это еще кинул? Кто-то еще раз, это уже не я был, ребятки. Конечно, вот видите, после этого. А, это Катя кинула, я понял, она такая сразу. Конечно, верьте ему после этого. Я понял, Катя, классная стратегия, мне нравится, Катя. Чего? Респект. Респект, Катя, респект. Нет. Сразу же видно, моя школа, Катя. Он обманывает вас. Он дурит. Конечно, всегда обманываю, ребят. Да. Как часто я вас обманываю? Никогда. Вот так что верьте мне. Всегда. Всегда? Что за обман, Катя? Что ты пытаешься спровоцировать против меня народ? Мне это не нравится. Так. О, я совсем забыл про эту сторону. Что здесь делать вообще? 5 секунд. Боже, у меня ничего не сделано. Так, желтые. Что-то еще срубить? Нет! Боже, минус куча жизни. 9? Что происходит? Почему у меня так мало жизни? What the fuck? Ты проигрываешь. Я проигрываю, сейчас ты увидишь. Сейчас ты ничего не будешь видеть. Сейчас я тебе покажу. Ой, коины пришли, ребят. Проверяйте. Только ты там не чуди. Проверяйте. Там люди спрашивали даже, что это за фраза такая. Это такая жесткая фраза. Есть один стример, постоянно так говорит, но он не очень хороший, поэтому мне нужно его знать. Ну, в комментариях все равно профессионалы Ютуба напишут, что это за стример-то, они-то знают. Проверяй, да. Я даже проверять не буду, это очевидно. Ой, боже, у меня вообще... Я проиграл, ребят, скорее всего, не знаю. Я думаю, что я здесь проиграю, потому что здесь все очень плохо. Прям максимально плохо. Хотя нет, можно еще что-то вытащить. Ну, типа, очень много блоков, да. Вообще, у меня просто задница здесь. Хотя, здесь сделать так, потом сделать вот так, потом сделать так. Мадам. Но минус 50 жизней просто сейчас. Просто что делать, как жить, не знаю. Минус сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Минус 12. У меня 25. У паники 36, она что-то говорит, ну да. Мадам. Что уголь дает? О, Клашрейк. Уголь темнота. О, Клашрейк близко к победе. Очень близко. Клашрек вперед к победе.
Так, сделаю вот так вот и сделаю теперь вот так. О, красиво сделал. Кто затемнил экран? Боже. Уголек. Кто это делает? Кто это творит? Уголек вообще опасная штука, на самом деле. Не балуйтесь с углем, дети. Не балуйтесь, не балуйтесь. С углем? Да, с углем не баловаться. Уголь, дети, не игрушка. Да, вот правильно. Правильно говорит парень. Шарит, видимо, шарит. Играл с углем уже в детстве, да? Умненький, умненький. Было дело, да, Абада? Да нет. Да нет, сейчас скажи, я адекватный. Я самый адекватный. Шутка. Нет? Сюда. Ой, совсем неправильно сделала. Ой-ой-ой. Ну я тут неплохо как бы разрулил, но все равно времени очень мало. Да. Походу для меня это ГГ. Для меня тоже. Какие? Времени очень мало, времени очень мало. У меня походу тоже проблема, но я сейчас все жизни докуплю. 18. А мне нечего, я выбрал. Всё, ГГ. ГГ. Паника, привет, как дела? Паника, как жизнь твоя молодая? Как твоя жизнь молодая, Паника? Хорошо живешь? Конечно. Очень хорошо, да, живешь? Да, отлично. Докупилась я там жизни, смотрю. Закупилась, Паника. Смотри, мы наравне, но я, короче, ГГ. Не знаю, у меня вообще все плохо, Паника, поэтому тебе, возможно, не ГГ вообще. А ты еще одну сломал. Во. А я не могу ее сломать, она по-одиночному не ломается. Боже мой. Так работает. Эта штука так работает, братан, проверяй. Очень плохая штука, очень плохая. Да, я уже понял, да. Паника, так. Ты можешь какашку кинуть. Не буду ничего кидать. Ну кинь какашку, Паника, кинь какашку. А ну закидайте ютубера какашками. Паника, ты можешь какашку реально кинуть, это тебе поможет выиграть. Не, я не буду. Паника, лучше жизни купи. На денег нет. А, нет, есть. Но они меня не спасут, боже. Это все. Сколько нужно еще денег? А что будет, если тебе на последней секунде какашку? Не знаю, но я хочу еще закупиться. Нет, не успел. Просто посмотрите на это. Кто? Сандом. Ничья, лол, ничья, прикольно. У нас одинаково, лол. Да, ничья, ну в принципе было прикольно, ребят. Если вам нравится этот мини-режим, то ставьте обязательно лайки. Мы соберем других ребяток, ну либо этих кого-то, из этих возьмем тоже. И поиграем, с ними. Ну Панику и Клашейка не будем брать, не слишком хорошо играют. Вот, но... Спасибо. Да не, на самом деле это просто рандом. Видите, Клашейка поначалу победил, а во второй игре он почти первый слился. То есть сам первый вообще слился вроде. Вот, ну на этом в принципе все, дорогие друзья. С вами были The Master, а также с ночи была Катя. Всем пока. Clash Rake. Всем пока. Паника. До свидания. Абада. До свидос. И Валюша. Пока. Ну а если вы хотите больше этой карты, ребят, то ставьте 4000 лайков, и мы обязательно в нее еще раз поиграем. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачки и всем пока-пока.